Здравствуйте, с вами Ольга Гречак, и тема этого видео – как легко запомнить род существительных в немецком языке по окончанию слова, а также окончание «ф». Если подытожить предыдущее видео, то мы можем с вами сказать, что если слово заканчивается на «ш», «ч» или «г», то это практически 100% мужской род, за небольшим количеством исключений, которые мы с вами разобрали. А сегодня мы с вами разбираем окончание «ф». Если слово заканчивается на «ф» или на «п», «х», что тоже передает звук «ф», то слово практически 100% будет мужского рода. Если мы с вами посмотрим на такое окончание, как «мпф» или «пф», то это нету никаких абсолютно исключений, это 100% мужской род. Если же если окончание будет «граф», «изов», тоже та же самая ситуация, это 100% мужской род. Если слово заканчивается просто на «ф», то есть перед ним нету «п», или же перед ним идет любая гласная, то это слово, эти слова тоже 100% практически мужского рода, за небольшим количеством исключений. Давайте разберем эти исключения. Во-первых, эти исключения все принадлежат к среднему роду. Женского рода нет. Такие окончания, как «дасгольф» и «даспуф», когда «даспуф» означает название одной из игр в кости. Если, то есть это и то, это игра, то тогда это будет средний род. Запоминать отдельно не нужно, потому что любая игра в немецком языке среднего рода. Также слово «даскаф» – это или удаленная местность, а также это «хлам-барахло». Это такое же самое слово, как и «дасверг» или же «дасверг». «Дасверг» – пакля, очёс, и «дасверг» – обломки, когда слово единственного числа, но оно обозначает какое-то большое количество других вещей. Следующее исключение – это слово «дасхаф», «лагуна», «лиман». Мы сразу можем здесь искать глагол, и так, чтобы мы не искали глагол, потому что это слово к глаголу не имеет никакого отношения, то оно среднего рода. Например, оно не от слова «verhaften». Также слово «das Schaff», чтобы мы не думали, что это от глагола «создавать» «schaffen» или «творить» тоже «schaffen», то это слово среднего рода «das Schaff». Слово «das Schiff» можно запомнить через синоним «das Schiff» – корабль, «das Boot» – лодка. Оба среднего рода. И слово «дасдорф» – село можно просто запомнить как исключение. Все остальные слова, которые имеют окончание «ф», будут просто мужского рода. И теперь мы с вами можем также подытожить, что если слово заканчивается на «ш», «ч», «г» или «ф», то оно будет мужского рода преимущественно. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующие видео, и я желаю вам много-много успехов в изучении немецкого языка. Чус!